Друзья, всем привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня у нас 9 мая 2024 года. Сегодня большой праздник. Поздравляю вас всех с праздником. И хочу вам сделать небольшой обзор своих саженцев. Это саженцы у меня молодые. Вот это вот, в частности, самарская Лидия на вас смотрит. Это у нас граффити идет. Пинки Промис, Роял Флауэр подрастает, это саженцы, это черенкование прошлого года, саженцы еще молодые и маленькие, они пока еще не отправляются, будут готовы к началу лета, я так думаю, или к середине. Сегодня занимаюсь тем, что рассаживаю саженцы в 3-литровые контейнеры. К сожалению, погода у нас такая же, видимо, как по всей России. Похолодание у нас. На улице у нас плюс 2 градуса всего. Поэтому контейнеры я держу пока в теплице. В теплице держу, чтобы они побыстрее начали стартовать. Ну, то есть с таким листом уже сейчас гортензии уязвимы. Выносить я их уже буду из теплицы попозже, когда минует угроза заморозков. Параллельно с перевалкой черенков я еще занимаюсь черенкованием, так что у меня все идет смена деятельности, переваливаю, черенкую, так что скучать некогда, работа кипит. Тополиный пух, жара, июль. Что вообще происходит? И через 5 минут погода сменила гнев на милость. Снег закончился, выглянуло солнышко, и опять весна. Только, правда, температура воздуха у нас всего 2 градуса. А я собираю ваши посылочки, готовлю гортензии в дорогу. Руки уже закоченели, на улице у нас совсем не майская погода. Саженцы ванилы Фрайс. Вот так сейчас они выглядят. Сейчас покажу вам другие саженцы еще. Это у нас саженцы Strawberry Blossom. Вот такие хорошие, уже красивые. Гортензии стоят с набитыми почками. Ну что вам я могу сказать, малыши? Терпение. Недолго солнышко светило у нас. Опять пошел снег. На этом я свой репортаж буду заканчивать. Гортензии мерзнут, все мерзнут, я мерзну. Зато в посылках гортензии будут чувствовать себя отлично. Заказывайте. Посылочки идут сейчас, почта хорошо работает. Заказать гортензии можно в магазине «Гортензия Глазов». Набираете в Яндексе, там выпадает мой магазинчик. Ссылка будет в комментариях и в описаниях к этому видео еще. Всего вам хорошего. До свидания.